семена огурца Вираж F1 сразу на постоянное место высевают в конце мая-июня. Уход за растением включает в себя полив и прополку. Для увеличения урожайности можно вносить минеральные и органические удобрения. Первые огурцы собирают уже через 45 дней после высадки на грядке. Плоды светло-зеленого цвета имеют светлые полоски в нижней трети, цилиндрическую форму, крупно-бугорчатую кожицу. Средняя масса одного огурца – до 100 граммов, длина плода достигает 12 сантиметров. Сорт огурцов Вираж F1 устойчив к болезням и вредителям, универсален в использовании. Огурец Вираж F1 – это травянистые. Огурец Вираж F1 имеет ранний срок созревания. Урожайность огурца Вираж F1 составляет 20-25 кг. Плоды имеют массу 50-70 грамм. Форма у плода цилиндрическая. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что огурец Вираж F1 пчелопыляемый. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.